Победители проекта «Весна на НВК» получили свои призы. В субботу стали известны имена счастливчиков, и уже сегодня они забрали свои подарки. Напомним, что 1 апреля на площади Дружбы народов в Якутске прошла раздача купонов-браслетов. Имена победителей озвучили в тот же день в прямом эфире НВК «Саха» и «Саха-24». Обладателем главного приза сруба дома из Алданской лиственницы стала жительница города Якутска Тамара Лыхина. Выигрыш я узнала, НВК позвонила, девушка позвонила сначала, сказала, вы выиграли, супер, я не поверила, мне плохо было, пока я поднималась, я сидела у соседки, пока я поднималась, и потом она сказала, назовите купон, я назвала, и правда выиграю, ну не уверена была, долго была, мои вообще не были уверены, наверное, дочь младшая вообще, но потом уже... Естественно, уже люди-то не обманывают. У меня есть дача на Вилюйском тракте, давно уже. Там старый домик есть, но старый дом не буду трогать, а есть место для этого дома.